перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Йоу. Давай, Петюлю. Давай, Петюлю. Че ты в зале? Как ты, брат? Я нормально, брат. Я после двух часов пробки я наконец-то доехал. Охуеть. Передай Катьке, что я ее сообщение читал, но вчера уже поздно увидел, а сегодня забыл ответить. Поэтому я не морожусь. Просто вчера было поздно, сегодня я забыл. Он сейчас стрельнул, у него нет времени с разными бичами общаться. Все, Катя, короче, на изжоге, брат, братиш. Ну а чё? Понятно. Чё, как вообще дела? Как ты, духа? Кто? Опа, Женя, привет. Как ты? Это чай. Чай. Занимаетесь? Красавцы, красавцы. Пацанчик работает. Как там дела? Как на студии, братан? Как студия, братан? Как музыка? Странно, что он дружит с человеком, которого он в студию отдал. Игорь говорит, странно, что ты дружишь с человеком, у которого ты... Что, на студии? Бля, ты меня не слышишь? Таня. Не слышишь меня? Не, зависает. Что? Все, ладно, зависает. Блин, зависает Сява. Еще кому-нибудь наберу еще. Кидайте заявки, ребят, пообщаемся. Кидайте заявочки, пообщаемся. Буду вас набирать. Чё, какие дела? Рассказывайте, чё там нового? Ростов, привет. Грозный, привет. Через 3 дня альбом. Спрашиваю, чё через 3 дня? Пятигорск, привет. Казань. Пожалуй, Роман Мамон. Так, заявочки. Что тут у нас по заявочкам? Посмотрим. Чё, ты следишь? Я смотрю, да, я читаю. Чё пишут? Ты мне хоть передавай. Ты куришь шмаль? Нет, не курю шмаль. Охрененно. Юрик, привет. Как дела, Юрик? Написано, 40 человек отправили запросы. Что-то я вообще не вижу. Что 40 человек? Отправили запросы. Странно. Странно. Иванова и Владимир на связи. Респектую тебе. Волж, беседа с Богом. Да, читал.
прикольная книга. Она очень спорная, до сих пор вызывает очень много споров, эта книга. Но я читал и смотрел фильм по этой книге. Нил Дональд Уолш, «Беседа с Богом», про чувака. Кстати, посмотрите фильм этот, на YouTube есть. Про чувака, который типа сломал шею, остался без работы, от него ушла жена. Короче, он в бомжа превратился. Потом он снял где-то комнату, короче, с этой сломанной шеей, и в один день он написал гневное письмо Богу. Это реальная, типа, история реального чувака. Он написал гневное письмо Богу, типа, что происходит, какого хрена вообще? И вдруг он услышал голос, и Бог ему ответил. И с того момента, короче, начинается книга и фильм. Ну, посмотрите, почитайте. Много споров она вызвала, но типа стала таким бестселлером всемирным. Ребята, кидайте заявки. Сейчас Гуфу с удовольствием наберу, но типа я не знаю, он вообще на связи, не на связи. Давно хочу с ним пообщаться, узнать, что там как, по батлу, не по батлу, что вообще происходит. Вроде же, отдай мне жидкость какую-нибудь, пожалуйста, там. Да, вот, зашибись. Так, Ижевск, привет. Кидайте заявки, ребят. Наберем 60 заявок. Блин, очки мои любимые, не хочу их менять, на что меня хейтят, типа говорят уже, блин, сменяй очки, они мне нравятся. Не хочу их менять, нравятся, люблю их, а? Люблю эти очки, не хочу менять. Кинул заявку, посмотрим, менталити. Депрессия. Сейчас узнаем, что у тебя за депрессия. Снимай трубку. У тебя прошла депрессия? У тебя прошла депрессия? Офигеть, как девочки, идите сюда. Девочки, скорее сюда, скорее сюда, девочки. Да ладно, привет! Привет, привет. Да блин, идите! Круто! Можно? Как дела? Отлично, у тебя как? Мне нормально, как тебя зовут? Меня Лера зовут. А почему у тебя депрессия написана? Депрессия. Ну, не знаю, просто по фану написала. А, я понял. Ну что, вы там с подругами тусуетесь, что ли? Ну да, они ко мне в гости пришли. А сколько лет вам? Да, по 22 года. Марина, иди сюда скорей. Так. Кто, что ты говоришь? Хорошенькая мне тут со стороны говорят, хорошенькая. Смотри, быстрее, Марина. Иди сюда. Круто, блин, я не верю. Где Марину-то покажи? Где Марина? Марина еще не пришла. Круто. Как подруг твоих звать? Анька и Марина. Анька и Марина. Девчонки. Анька. Анька, привет. Эх, девчонки, девчонки, ну что вы мне скажете? Что-то пообщаемся или вот так поржать? Вон Олег с нами на связи. Олег смеется. Кизар. Круто. Да там все ржут. Конечно, пишут рыжая норм, рыжая норм. Покажите рыжую-то. Иди сюда. Рыжая, покажись. Я только что ж тут была. Не, поближе тебя не рассмотреть. Ой, на рыжей все зависло, понимаешь? Камера не хочет. Все внимание мне, извини. Вы откуда? С Краснодара мы. А, Краснодар, нифига себе. Подруга говорит, типа, да это фейк. Это фейс.
Подруга, это не фейк, это true. Да, это он. А покажите, покажи подругу-то, покажи подругу. Я просто не понимаю. Ой, засмущалась. Мне это вас, бля, как? Ребята, как я вас люблю, такие вы милые. Да. Дура, ты мурлос. Но... Ладно, девчонки, рад был с вами пообщаться. Всего вам тоже безумно. Всего вам хорошего и будьте, будьте хорошими. Ведите себя хорошо. Пока. Мы тебя любим. Взаимно. Вот видите, сколько счастья. И у меня сразу настроение прибавилось. Так, ладно, кидайте заявки. Кидайте заявки, ребята. Заявки, заявки. Так. Заявки. Угу. Звоним дальше. Алло. Здорово. Привет. Ну, говори. Как дела? Хорошо. Как Питер? Я в Москве. А ну, все равно, а Питер как? Питер охуенно, как всегда. Как Невский проспект? Отлично. Отлично. Ну, а в Питере, в какие дела в Питере? С кем встречался в Питере? С друзьями. Просто личные да. встречи? Или по хип-хопу? Да не, мы же Versus снимали, плюс еще несколько проектов там было. Кстати, а что там насчет Версуса-то? Кто победил-то? В плане? На каком? Ну, Гуфа и Птахи. А ты думаешь, я такой, да, сейчас тебе просто до выхода официального прям выложил тебе победу, да, там, с подробностью? Ну, мало ли. Дружба, братан, победила. Ну да, да, все говорят, что... Вы откуда? Мы с Чехова, кстати, мы недалеко отсюда. А, Подмосковье? Ну да. Я тоже в Подмосковье сижу. Тут нормально. От московской суеты можно скрыться. Ну, можно, да. Отдохнуть. А собираются какие-нибудь новые там релизы? Что-нибудь? Альбом, может быть? А ну что-то выходило тут. Локоны, кстати, мне понравилась песня Локоны. Очень сильно. Понравилась Локоны? Да. Ну, такая мелодичная. Я так рад, когда парням нравятся песни про любовь, про отношения. Это прям... Не, ну правда, а то что... Ну, я тебе честно говорю. Тоже. Все про суп, да, про тусовки, про наркотики, это, мне кажется, уже подзаебало, да? Конечно. Особенно... А что слушаете вообще сами? Какой вообще вот... Честно сказать, мне очень сильно не нравится, что происходит сейчас. Вот LJ мне вообще не нравится, но пиздец, я не могу. Ну, братан, всем поддерживают, понял. Победителей не судят. Ну, бесспорно, ну, конечно. Он выбрал свой путь, он добился успеха. Мы можем думать о его музыке вообще все что угодно, но, блядь, факт остается фактом. Ты вообще выгляни в окно. Вот в этих условиях, если человек смог чего-то добиться, причем каких-то высот, блядь, ему безграничное уважение. Хоть он, блядь, волосы в оранжевый цвет покрасит. Какая разница? Поэтому... Понятно, верно. Но все равно, как музыка, нету того посыла, допустим, который был у тебя в альбоме «Карате». 2000, какой там год? Второй? Ты, ну, 2003. Ну, ты заметил, что вообще время изменилось? На дворе уже 2000. Заметил, конечно. Не может быть уже такого же посыла, как в «Карате». Его быть не может. Потому что если мы сейчас будем читать Чехова, да, если мы возьмем книги там Чехова, Достоевского, ты заметил, что с тех времен вообще нахуй все изменилось? И сейчас даже современные писатели и не пытаются даже до того уровня допрыгнуть, как там классики, которые были там 200 лет назад, там 100 лет назад. Они не допрыгнут. И как, знаешь, как спросили как-то у Тарантино, типа, вот у вас есть фильм, ему говорят, «Криминальное чтиво».
Вы сняли дохера фильмов после «Криминального чтива», но такого фильма, как «Криминального чтива», вы так и не сняли. Вам не удалось повторить. Он ответил: так и никому не удалось повторить. Поэтому, если мы будем говорить, что почему я не делаю сейчас такое же, как «Карате», и почему так... тебе не удается типа сделать такой же альбом, как «Карате»... Я так не говорил. Я не про тебя, я вообще в целом. Я могу сказать, никому не удалось до сих пор сделать ничего подобного «Карате», и не удастся. Потому что он был вовремя, и он был типа, как бы, вот к тому времени. А сейчас уже другое время. Сейчас вот другая тема, ну, другая молодежь. Вот тебе сколько лет? Тебе? Другая тема. Мне 22. Мне 22 года. Твой альбом я слушал. 18 лет мне было, и он мне очень был близок. Ну, именно по посылу, по смыслу, скажем так. Карате. Ты понял, о чем я говорю? «Карате». Да. Это классика, она будет и через 20 лет уже актуальна. Поэтому, блин, ну вот его можно сделать один раз и повторить его уже невозможно. Как бы я этого не хотел, блядь. Было «Время тигра». «Время тигра». Запредельно, запредельно. Ну, я понял, тебе, наверное, нравится просто такой стиль рэпа, такой более олдскульный, бумбэповый такой звук. Ну, мне много кого нравится. И «Триагрутрика», допустим, то же самое. Я понял. Окей. Ну, просто... такой олдскульчик, русский олдскульчик, я понял. Просто я сам такой музон уже не слушаю, типа, и делать такое, соответственно, уже, ну, как бы так и не могу, потому что я слушаю вообще другой музон, и меня вдохновляют другие вещи. Поэтому я, типа, и не могу ничего делать похожее на «Карате» или «Время тигра». Это было бы нечестно, если бы я такое делал. Это значит, я бы врал. А врать я не буду. Поэтому я делаю то, что для меня сегодня актуально, и то, что я, ну, то, что мне нравится, типа, делать. Вот. Ну ладно, что-то... А еще вопрос. Можно еще последний вопрос? А где Ассай сейчас? А я без понятия. Он же сейчас выпустил новый EP, вы не слышали, что ли? Нет. Там что-то вышло, вот, да? Вот скачайте, он буквально месяц назад выпустил новый материал, который просто люди даже, прикинь, не заметили. Вот это вот, блядь, охуенно. Вот я тоже заметил, хотя в свое время очень сильно мне, ну, нравилась там именно такая лирика. Да, он выпустил новый, типа, новый мини-альбомчик, типа, и никто его даже не заметил. Сейчас такое время, если нет маркетинга в твоем продукте, кем бы ты ни был. I'm sorry. Все, ладно, большое всем спасибо, привет, всем пока. Всем удачи, да. Пока-пока. Вот видите, как бывает приятно пообщаться на какие-то темы интересные. То есть иногда просто я кого-то набираю, там просто ни о чем. А тут, видите, что-то спрашивают. Давайте кидайте заявки побольше. Может, у вас вопросы какие-то есть. Может, нам есть что обсудить. Там-т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 ам. Следующий звонок делаем. Кидайте больше заявок, ребят. Привет. Здорово. Ну как тебя зовут? Саш. О, тезка. Ну? Сколько тебе лет? 21. Ой, какая взрослая. Куришь сигареты ты? Не курю. А так во рту держишь просто? Ну, чисто за то, что Стёска вышла в эфир. А, я понял. Это типа намёк, что я плохой пример, да? Со мной люди, видишь? Да, всё правильно, я понял. Ну, нет, я на самом деле хороший, стараюсь. Пример подавать молодым людям. Какой? Любви в сердце, свободы в душе, чистоты в уме. У тебя все милые, мне кажется. Где живешь? Ладно, в Москве. Я почему-то так и понял.
Ладно, можно вопросик? Да. Вот я видела у тебя с Кизару был недавно видос. Какой? Ну, на какой-то ваш трек. Угу. Совместный. Ты это делаешь, потому что это тебе реально по душе или потому что ты ловишь хайп? Ты имеешь в виду на мое общение с Кизару? Я не особо прям вот чисто слежу-слежу и не понимаю твою волну. Слушай, а мне какой хайп с него? Вот объясни мне. Ну, Кизару популярнее сейчас, чем ты. Слушай, ну ты знаешь, после совместного альбома с Бастой, после моих всех фитов там со всеми, там я работал от Кости Кинчева, там заканчивая вообще кем угодно. Мне ловить хайпа с фрешмана, ну, было бы реально меня, ну, можно посчитать идиотом. Я тебе могу объяснить по поводу Кизару одну простую вещь. В тот момент, когда у меня было тяжелое время, да, в тот момент, когда я в творческом плане находился на, так скажем, дне, единственный, практически единственный фрешмен, который меня поддержал, который начал мне привет вообще с другой стороны передавать и обо мне как-то заговорил, это был Кизару. Поэтому как бы, блядь, что, кто не говорил про Кизару, про какой-то, я этого человека поддерживаю, потому что он поддержал меня, когда я был в тяжелой ситуации. Когда, блядь, мои коллеги, так скажем, блядь, злорадствовали тут неподалеку. Но тебе нравится его творчество? Да, мне нравится оно. Мне, ты понимаешь, чтобы понять, как я отношусь к рэпу, надо понимать главную вещь, что зачастую я слушаю не в первую очередь не музыку и не тексты, а смотрю вообще на персонажа, как он рассуждает, кто он, когда мы с ним пересекались, что, ну, что там нас связывает. Поэтому, типа, я, ну, тут не доебываюсь до текстов, до, там, до музыки. Я понимаю, что новая волна, и люди там абсолютно разные делают музон. Мне также нравятся и другие молодые исполнители. Но хайп ловить с Кизару, ну, если вы считаете так, то вы можете считать. Время покажет, что вы ошибались. Ну, понятное дело, но просто слушай, вопрос... Так же сейчас говорят, что я участвую типа в Версусе только ради хайпа, который я там ловлю от Версуса. Потому что мне нигде не участвовать, мне ни с кем не общаться, только чтобы вы не думали, что я с кого-то ловлю хайп, получается, правильно? Или есть список у вас какой-то людей, с кем я должен общаться, чтобы вот я не был замечен в том, что я типа... Вот общайся, я не знаю, там... Вот с Петей там общайся, вот он не популярный, и ты с ним будешь общаться, и мы не подумаем, что ты с него хайп ловишь. Ребят, просто вы когда такие вещи говорите, и вообще что-то говорите обо мне, вы прочекайте, кто я, ну, вообще, что я сделал вообще для рэпа, что я записал, с кем я работал, и потом вы поймете, что никакого хайпа мне нахуй не надо. Все, ты зависаешь, у тебя что-то с интернетом, ты чуть-чуть подвисаешь. Ну, в общем, я надеюсь, я ответил на твой вопрос, было эмоционально, но сегодня я такой открытый, честный, поэтому всем, кто считает, что я ловлю хайп, окей, да, я ловлю хайп, все, мне больше сказать нечего. Вот сейчас вот я ответил, больше отвечать на этот вопрос не буду. Ну ладно, хорошо, а вот твой альбом, который сейчас будет... Да, кстати, если бы я ловил хайп, я в новом альбоме сделал бы дохуя фитов. Начал бы я с самых, блядь, топовых имен, которых я без проблем бы заполучил на свой альбом. Но на моем альбоме нет ни одного фита, ни одной совместной песни. И этим альбомом я еще раз доказываю, что ну, я абсолютно самодостаточный. И хайп этот, который, блядь, проходит через 2-3 месяца, когда... Вот вы, ну, как бы... Вы же сегодня, вы, блядь, носите на руках там кого-то своих кумиров, а завтра вам на них наплевать. А они же, типа, делают музыку, думают, что это будет вечно. Я больше в это не верю. Я верю только в реальные дела, в реальный музон, как бы. И те, с кем я общаюсь, люди, это люди, которые как-то жизнь нас где-то там, ну, пересекал. А так вот с бухты-барахты я там, ну, не ввергаюсь, так скажем, в отношения. А что ты про это хотела спросить? Я тебя перебил. Ну, а как Кизару да с тобой пересекается? Спросите у Кизару, я не знаю. Я по поводу него все сказал. Если есть какие-то сомнения или что-то, вы спросите у него, он сам все ответит.
Я этому пацану респектую, потому что он поступил к предыдущему поколению уважительно. Это один из главных принципов был всегда хип-хопа. Уважение – это всегда была неотъемлемая часть хип-хопа. То, про что новые там, блядь, исполнители часто забывают. Вот. Я увидел, что в этом чуваке это есть, и поэтому ему мой взаимный респект за это. Вот. Такие дела. Ладно, был рад с тобой пообщаться. Дальше буду звонить. Пока. Да, и вопросы какие-то странные задавать тоже. Альбом новый под влиянием моды сделан. Да, ребята, мой новый альбом сделан под влиянием моды. Поэтому, если кому-то это не нравится, все, фильтруйтесь. Я не буду как бы делать то, что вам там хочется. Я делаю только то, что у меня на сердце. Сейчас посмотрим, еще кому-нибудь наберем. Так, вот еще кто-то из Москвы. Что-то я какой-то сегодня эмоциональный. Ну вот как вот знаю, так и говорю. То есть, ну... О, сейчас будет кто-то с хорошим интернетом. Сними меня в клипе, сними очки, заплети дреды. Как сделать заявку? Так, посмотрим еще. Так, вот наберем сейчас Энкиду. Энкиду должен какие-то такие вопросы задавать. Позитивные. Прячется. Здорово. Ну что, ты тоже считаешь, что я слишком сегодня эмоциональный? Привет. Слушай, сегодня очень крутой эфир для того, чтобы во многом разобраться. Такие, знаешь, точки расставляются определенные сегодня. А кто рядом с тобой? Это моя хорошая знакомая Лера. Да. Привет, Лера. Стилист из Одессы. Нью-Йорк на связи. Гоу, эфир, Нью-Йорк на связи. Да, The Real Psyche. А? Да. Ты там выставлял опрос, как вы думаете, какому из предыдущих альбомов этот будет ближе по духу? Да. А раскроешь, может быть, какому? Как ты считаешь? Без проблем, ко всем. То есть там есть что-то от каждого альбома? Да, да, я там отсылки есть ко всем альбомам. Выглядишь не очень привлекательным, так поставь телефон. Так поставить? Вот, да. Вот, мне сказали, что я так привлекательный. Нет, ты вот так вот поставил. А, так, вот так. Все, ну, все, короче, ему... подбородок. Стилист мне подправляет. Не надо ему выглядеть привлекательно. Он этот... Это моя работа, он мне платит за это. Он в андеграунде. Да, поэтому я... В вот той рубашке, на которой был на твоем концерте в облаках, бабочки только не хватает. Mm-hmm. Я ее стирал уже пару я раз. Я подумала, что такое запашок. Запашок. Ты с кем в эфир выходишь, чувак? Я в следующий раз буду думать более тщательно. Я тут просто рядом сидела, залипала. Это, знаешь, это такой тонкий одесский юморок. Тебя там дискредитируют люто, мэн. Это вот эти вот наши братья-семиты, они такие. Ты там с Окси поосторожен. А, я понял, окей. А кто там, стилист она, да? Да, она стилист, она участвует в съемках клипов разных.
Да, я снимаю клипы для таких, как вы. Как мы. Так, для кого уже снимала? Люксор. Ну, вы таких, это, они попсовые все. Монатику помогала. А, ну да, для таких, как мы, точно. Прям не в цвет. Таких, ну, почти. Ну, вы прям такие, прям, это, диктуем. Ну, она там андеграунд. Диктуем свое, там, все тому подобное. Там все-таки такие ребята, которые должны фильтровать то, что они делают, потому что они все-таки массовые. Ну, как-то так. Короче, они делают всякое мейнстримовое. Мы революционеры. Она думает, что мы революционеры. Она сегодня послушала. Ну, вы такие, типа, да. Она говоришь, послушала сегодня мой альбом и сказала, что мы революционеры. Говоришь то, что думаем, там все дела. А что, Монатик не говорит то, что думает? Он фильтрует свой все-таки толк. Ты думаешь, что я не фильтрую? Меньше. Ну, меньше, конечно, но тоже немножко фильтрую. Если бы я начал говорить все, что у меня на уме, то я думаю, что очень многие бы просто сошли нахуй. Кабель, да, есть заряд? Ну, в общем, короче. А что, вы дома вдвоем там сидите? Да нет, бро, это мы... Ну, вот тут вот тусуемся. А что вы там делаете? Ну, типа, такая база, да, как... База? Дом, короче, да. База дома? И что это, чей дом? Что за база? Это все, короче, под крышей дома. Короче, я тут живу, а он тут постоянно шароёбится. Все понятно, короче, гости из Одессы. Очень много. Все, я понял, ладно, братан, давай на связи. Давай связь. Я, говорит, тут живу, а он тут шароёбится. Обновила интернет. Я думаю, ну давай попробуем. Боюсь, это не поможет. Ребята, у кого плохой интернет, меняйте провайдеров. Меняйте, не бойтесь. О, нормально. Сейчас намного лучше? Да, сейчас намного лучше. Привет. Привет. Откуда вы? Мы с Кирова, и моя подруга, она сидела, спрашивала, кто это? Моя подруга, она сидела, и, ну, я спрашивала. Я смотрела твой эфир, и она такая, кто это? Скажи, я стихи пишу, просто поэт из Петербурга. Я так объяснила. Я понял, ну, нормально. Надеюсь, она поняла. Конечно. Ты же всего лишь песенки пишешь. Песенки, да. Ну, прикольно, мне нравится очень. Спасибо, очень приятно. Почти фанат? Блин, ну я думаю, давай дожмем как-нибудь, чтобы уже, ну... Ладно, кого еще слушаешь? Сейчас мы твой психологический портрет раскроем и вообще поймем. Гуфа, Басту, Скриптонита, Шока. Шок — это мой любимый исполнитель. Оп. Слетело. Ну ладно, нормально, Шока слушает. Так, прикольные песенки. Так, этот пишет, слышь? Пиздец, он живет, походу, блядь, в Инстаграме. Пиздец, ходи, я не знаю, братиш, проветрись на улицу, там, я не знаю, займись чем-нибудь уже в этой жизни. Че ты, блядь, прилип в этот Инстаграм? Уже тебя вижу, блядь, вздрагиваю, нахуй. А. Угу. Я понял. Ну окей, че. Фитов не будет, ребят. В ближайшее время... Фитов будет сингл совместный с Lil Kate. Ну, это не рэпер, поэтому классическим фитом это не назвать. А если вы имеете в виду прям рэперов, то в ближайшее время фиты не планируются. А сингл с Lil Kate, он выйдет чуть-чуть позже. И это сильный трек, вам понравится.
Жень, конечно, это просто... Инкида сегодня просто был дискредитирован. Бро, не тусуйся там, тебя там дискредитируют. Шалом. Локоны понравились. Видишь, локоны заходят. Лил Кейт — это ничтяк. Буду ждать. Вышел, что, блин? Расскажи за современное искусство, а что конкретно тебя интересует? Футбол мы не смотрим. Игнор. Маша, почему игнор? Давайте я наберу. Ты же стеснительная. Сейчас Машу наберем. Помните Машу? Да, кстати, знаешь, она тебя тоже писала, а я ее не знала. Есть какой-то кто-то? Да как ее найти, я не понял. Она пишет мне игнор. А, вот, все, я ее набираю. Маш, ну снимай уж, поскольку пишешь в комментах. Давай пообщаемся. Че ты? Ну вот, видишь, Маш, ты боишься. Че написал? Машу помнят все. Машу помнят все. Приезжай, Маша, кстати, приезжай. В субботу мы собираемся. Так, у нас очень много заявок. Ага. Заявок у нас прям много. Ну вот, хочется кому-то позвонить и прям пообщаться о чем-то таком прям. Так, девчонки тут. Угу. Вот. Молодой босс, мне нравится имя. Давайте молодой босс наберем, а? Молодой босс, набираем, молодой босс. Здорово. Здорово. Как ты, Саня? Я нормально. Да? Я в Австрии сейчас. В Австрии? Ну да. Что ты там делаешь? Я... Да так, я тут работаю. Кем? О, я кем только не работал тут уже. Короче, выживаешь. Да, да. Да. А сам откуда? Сам с Украины, с Ужгорода. Ну что там? Когда новый альбом? Уже в Инстаграме 3 дня, да? 3 дня. 3 дня. 3 дня. Он будет отличаться от предыдущего альбома? Да, естественно, или... естественно. Такого альбома у меня еще не было. Ну, что-то будет и в стиле там старых альбомов. Ну, типа, он отличается. Он более такой, типа, более легкий. Более легкий, более там... Затрагиваются темы там отношений, там такие вот женщин. Но там, типа, я так понял, что больше уже не будет этой темы, как в той альбоме, в том альбоме было такое. В каком? Ну, день первый. День третий. День третий, да. Не, они пересекаются с днем третьим. Да. Он продолжает концепцию дня третьего, но, типа, он другой. А ты там будешь совместки какие-то? Не-не-не. Там как же, с Энтони не будет уже, да? Не-не, вообще ни одной совместки нет, братан. Вообще ни одной. Хорошо. Какие Знаете? Звезды сейчас в Австрии? Скажи мне, самые топовые фрешмены есть там какие-то? Нет? Звезды в Австрии? Ну, фрешмены какие-то по рэпу, там что-нибудь такое. Не, ну тут то, что сейчас начинается, то, что они тут начинают писать это все, читать это все полное, херня, это, я не знаю, наверное, какой-то, блин, ну 2004 год, можно сказать. А, я понял, подотстали, да, ребята? Да, они потому что в Германии дохуя нормального рэпа, Нет, тут нету. Они в основном тут все читают про наркотики, тёлок и машины. Это единственная их тема, которую они дошли.
Ну, понятно, блядь. То, что у них разрешено, то они об этом и читают. Ну, да. Я понял. Ну, что, Австрия? Ты там с австрийцами, что ли, тусуешься? Ну, да. Сейчас... Не, ну, жду друга эстонца. Я понял. Сейчас даже покажу тебе. Че ты смеешься? Сейчас выйду. Блядь, может, забанить его, нахуй? Сейчас. Опа! Вот. Это я в Макдональдсе, короче. Где-где? В Макдональдсе тусил. Бля, прикольный в Австрии Макдональдс. Ну вот, короче. Вот он. А, нифига себе. А это улица такая там или что? Да. Это главная улица в городе. Ну, старого города. Центр. Выглядит как будто торговый центр. Первый этаж. Ну да. Не, ну тут такое. Тут все дорогое. Mm-hmm. Магазин с часами, вот целая арка такая. О, покажи, какие там часы есть, я же фанат. Ну, часы тут вот, 6 тысяч евро. Блин, зависает. Роликсы, есть роликсы? Роликсы, да. Походу, тут нету, они там в другом пассаже, но пассаж уже закрытый, потому что там цены на них, 23 тысячи евро. Кул. Ладно, что, был рад пообщаться с тобой. Ладно, давай, если что, приезжай. Обязательно. Давай, пока. Давай, пока. Маша пишет, Адемар Пиге, охрененные часы. Маш, мы вообще знаем, да. Мы за попсу, за роликсы просто. Как бы. Хотя Адемар Пиге, это тоже попса. Марина Федиско, позвони, плиз. Я хочу мороженое. Есть мороженое? Давай. Давай сидим мороженого. Ну, блин. Нормально, после мороженого вискарь как раз зайдет. Четко. Набираем Марину, которая очень просила бро. Я уверен, что это не Марина, наверное, а какой-нибудь... Ну, я же сказал. Обычно от Марин пишут там вот это вот. Бро, напиши там, Марина. У тебя звука нет. Говори что-нибудь. Скажи привет. Пока. К сожалению, да, Марина оказалась не Мариной. Да еще набери подонку. Так, давайте побольше заявочек. Крем-брюле нормально будет. Блин, ребята, а можно за респект попросить покурить вот эту вот сигаретку вашу, этот Айкос? Я где-то его наверху забыл, блин, тупняк. I'm sorry, просто I'm sorry, ребят. Кликлак, снимай трубку. Ты же веселая. Вот как раз. А? Здравствуйте. Привет. Ну, рассказывай. А? Рассказывать. Ну, что-нибудь такое скандальное, что-нибудь расскажи. Нам же нужен рейтинг для эфира. О, блин, смотрю очень крутой фильм. Порно? Ну, блин, типа того. 2003 года «Читатели» называется. Французский. Как? Очень крутой. Как называется? «Мечтатели». А, я понял. А вообще, отхожу от вчерашнего кутежа. А что, ты кутила? Да, немножко. Что делала? По егерю заехала. В паре слушала, Вы, это ментоловая? Обычно. Прикинь, ментоловая. Нет, обычно. А. Ну, короче... Прикинь, груша. Ментоловая, малышка, прикинь. Не, я больше охуел сейчас, что пишет наш друг в этот в чат.
Вы следите за чатом. Нет, слушай, а чё? Я вообще в обиде. У меня апатия из-за тебя. Почему это ты в обиде на меня, у тебя апатия из-за меня? Мои литературные вечера. А что, почему в обиде ты? Объясни. Поясни-ка. Объясни-ка. Потому что у меня, может, талант пропадает. Я, может быть, у своего духовного наставника хочу. Я, может быть, своего духовного наставника хочу. Подожди, а ты стихи пишешь? Ну вот у тебя есть возможность сейчас для всех прочитать свои стихи. Читай. Блин. Не могу. Ну, не могу. Смотри, что пишет мне на тебя Горбатия. Что? Я понял. Ну, нет у тебя, да, настроения? Да, ну такое. Пивасика тебе нужно, пишут. Пивасик. Я не пью пивасик. Саша, прошу, блин, Марина, сейчас тебе наберу. Ладно, давай, тут, вот, тут Марина очень просит. Опять буду ей набирать. Давай. Давай, пока. Снова набираем Марине, которая оказалась не Мариной. Ну, в общем, все сложно, но очень просят, поэтому надо набирать. Надеюсь, со звуком не будет проблем. А вот уже и нету в заявках. К сожалению, нет, в заявках набрать не могу. Чего ты смеешься? Брата набери. Там пишет. Набери брату. Где пишут набери брату? Выше, в коре. Давай, подержи. Смоки, здорово. Привет. Привет. Кто написал «Набери брата»? Коря. Как тебе батл с Гуфом? Я его не видел. В воскресенье будем вместе. Вместе будем смотреть. Он, то есть, в воскресенье уже выйдет, да? Я надеюсь, что он выйдет в воскресенье. Я не факт, что он выйдет в воскресенье, но я надеюсь, что он выйдет в воскресенье. Нихуя. Слушай, а что это? У тебя в руках скручено, что ли? Не-не, это Айкос. А, нихуя. Чё, как дела? Я же не курю траву. Не куришь? Нет. А чё у вас, Кизара, когда выйдет новый трек? Мы не писали пока ничего нового. Ну, у вас видос какой-то был, вы там читали. Да. Или не будет? Это не, это Сайфер был. Что, что ты? Это Сайфер был. Прикольно, прикольно. Вот такие дела. Ну ладно, что, ребят, отдыхайте тогда. Так давай, спасибо. Вы откуда вообще? Мы с Ёшки. С Ёшкой. А, вы с Ёшки. Ёшки, привет, да. Тогда. Всем привет. Всем хорошего настроения. Тебя того же. Фига ты там с девчонками, красавчик. Ну. Школа. Давай, ладно. Давай. Так, так, Смоки, передай привет Грише Груше. Грише Груше, привет. Смоки, набери. А, я теперь могу набирать прямо из чата. Чего я парюсь? По-братски набери. Эй, Ванесса. Кого набирать? Так. Вы кидайте заявки. А вот, кстати, Маша кинула заявку. Ну, Маша... Снимай трубку, а то тебе все звонишь, звонишь, а ты не берешь. Посмотрим хоть на тебя, на трезвую. Молодой босс еще с нами. Круто, он, кстати, хороший парень. Да, молодой босс двигается. Молодой босс, ты хороший. Тут. На трезвую. Ты трезвая? Я подготовилась. Привет. Офигеть, привет. Вот это серьезный подход, я понимаю. Ну, так я готовилась, говорю, болею. А, ты болеешь? Чего все болеете, блин? Выздоравливаете? Второй день с температурой. Я посылаю вам лучики выздоровления. Я как этот, зайчик-плейбой, видишь, подготовленная.
В субботу к тебе приеду, так, и в купальнике. Привет! Катя напряглась, да? Катя, не переживай, не приеду, не буду это напрягать никого своими пьяными речами. Ой, скромница! Спрашивать, потому что я вообще... Маша, абсолютно не спрашивай. Друзья, конечно. Эту праздную, или без. Делаю. Не, приезжай, если вылетит, поправишься, приезжай в субботу. Ну, посмотрим, хорошо. Я с Катей не против. Нет, Катя не против. Катя, ты против? Ну, нет, конечно, Маш, приезжай. Я только смотрю, как будто она меня видит. Маш, приезжай, конечно, где там, не сочиняй. Приезжай. Катя тебя ждет, хоть будет какая-то женская компания. Да я с удовольствием. У меня перезагрузка, короче, я все, больше не тусуюсь, до свидания, Газгольдер, это уже точно, поэтому я подальше теперь. Все, буду дома. Ты вообще не тусуешься? Да, смотри, какую я книжку читаю. Называется «Семь духовных законов успеха». У меня это, перезагрузка. Ты будешь успешной девчонкой теперь? Ну, не знаю, не знаю. Я курсы прервала. Я сейчас это же хожу дальше на теле курсы. И что-то мне не понравилось. Я хочу уходить, деньги хочу забрать обратно. Но это, посмотрим. Не могу работы найти никакую. Сижу вообще уже, с ума схожу. Без работы так не могу. Вот. Надо искать. А? Ищи, ищи еще. Получится. Все. А что ты умеешь? Ой, да я все, да я вообще способная, все умею, что, я тебе потом все расскажу, не тут. Не знаю, я уже, мне уже все равно, куда идти, я уже готова снова в продавцы просто, хотя бы куда-то, потому что так невозможно, еще с родителями сейчас живу, все это печально. Еще и болеешь. Да-да, это все выходные мои, поехала тоже к друзьям на дачу, уехала в пятницу, вернулась домой во вторник и сразу слегла, естественно. Видимо, иммунка, не знаю, короче, плохо себя чувствую. Вот сегодня врача вызывала, но уже получше к вечеру. Вот. Пишут, очень грустная история. Ну, у меня не бывает весело. А что кто будет в субботу? У вас там большая компания собирается? Ну, собираются люди, собираются. Новый год отмечаем. Я уже Новый год 2 месяца отмечаю. У меня-то, смотри, кто. Хочешь, покажу тебе свою стену с детства, смотри. А как тут сделать? О, не видно? Обклеено все. Офигеть. Что это? Кто там? Комната тинейджера. Ой, ну ладно, давай там своих фанаток, а то они там, девчонки все рвутся, а ты тут говоришь. Катя говорит, у нее так же было в комнате. Да, Машка, у меня было так же. Все обклеено. Да. Вот фотка. Вот, сейчас покажу тоже. Сейчас. Секунду. О. Колёчко. Как зовут? Никсон. Как президента Америки. Ладно, Маш, на связи, короче. Если что, приезжай в субботу. Давайте, давайте. Все, пока-пока. Да, Маша. Что, нормально заходит морожка? Или ты уже съел? Смоки, я тут. Так, очень просят меня набрать. Кто это? Марина, да, меня просила? Или как Маруся, или Марина? Марина. Марина, ты диско. Так, а как теперь найти? А вот. Набираем, Марина, набираем. Нет звука опять? Блин, бедный. Слушай, покажи на пальцах, что ты хочешь. Я прям вас обижаю. Бедный. Или давай мы прочитаем по губам. Медленно говори.
Слушай, ты пиши, короче, в чат. Я поняла, нет, знаешь что, надо написать на листочке и показать вопросик или что он там хочет передать. Давай, пиши, мы ждем. Мы не поняли, что на листочке написано, покажи еще раз. Да, еще раз. Ну, к сожалению, блин, я ничего сделать в этом случае не могу. Блин, очень жаль, скажите. Очень жаль, да. Блин. Так, у нас 105 заявок. Так. А, у меня, блин, у меня до разряда батарейки осталось минута 50, ребята. Нет, не до разряда, это прикинь, это знаешь что? Это конец прямого эфира, ограниченное время. Ты понял? Я вчера поняла это. Да а ладно. Было, да. Он тебя просто выключил. Ребята, у меня до конца эфира осталось минута 35. Я первый раз вижу, я чтобы Инстаграм ограничивал эфир, но, к сожалению, такая вот фигня. Все претензии к Инстаграму. Чё, рад был с вами пообщаться. Оставайтесь на связи. Всех обнял. Пока.